Всем привет! Сегодня уже четвертый день моего марафона похудения и влогов ежедневных о похудении. В общем, как всегда, утро я начала с приема своих таблеток, витаминов и всего. Завтрак я тоже записала, я попила кофе без молока, без сахара, одно вареное яйцо и сделала бутерброд с колбасой и с булкой. То есть с утра я себе позволяю это. Я сейчас не только стараюсь, да, там правильно питаться, что-то уйти от этой булки потихонечку, но у меня еще интервальное голодание, поэтому я вчера с 17:30 не кушала, и сегодня прямо у меня зверский аппетит с утра. Приглашаю вас провести этот день со мной, этот день похудения. Кто тоже худеет, пишите комментарии, вместе будет легче. У меня утром идет за полчаса до еды таблетка от щитовидной железы, для щитовидной железы. У меня гипотиреоз после операции на щитовидку. А после еды или во время еды лучше с утра, конечно, витамин D, потому что солнышка сейчас не хватает. И начала пить еще гиалуроновую кислоту. Вот она с лимонным вкусом. Невкусная, похоже на терафлю. Я уже говорила в каком-то видео. Не знаю, поможет, не поможет мне для моей кожи. Вот. Но пока времени не было сготовить себе отдельно. Я хочу видео снять потом отдельно и изготовить себе на неделю. И вот банан взяла себе. В общем, сейчас это все уберу. Сейчас буду кушать. У меня клиентка пришла первая пораньше. И я рано закончила. Поэтому у меня есть время. Банан, наверное, пока оставлю на перекус. А вот. Я когда операцию, лазерную коррекцию зрения себе делала 2 года назад, вот такие капли мне давали бесплатно в КСА-клинике в течение года. А сейчас зашла в аптеку, офигела от цены, то есть 18 евро, ну, достаточно дорого. Но купила, потому что глаза сохнут. Вот. Сейчас буду есть свои макароны, сейчас буду вбивать это все в программу. И не знаю, может быть, вот с этими манго попью кофе, потому что кофе опять хочется. Я прям какой-то кофеман стою. Раньше кофе я вообще очень редко пила, особенно раньше растворимое чаще пили, да, и мне так не нравилось, ему горько, невкусно. А сейчас я от чая отошла, чай очень редко пью, но чай пью наоборот для того, чтобы не пить кофе, в общем. И сейчас вот кофе, как-то бодрости хочется, да, всего. Вот, поэтому сейчас буду обедать. Кто кушает, приятного аппетита. Кто худеет, присоединяйтесь. Пишите комментарии, пишите о ваших успехах. Там, не знаю, можете даже рецепты блюд каких-то мне скинуть, потому что я сейчас нахожусь в поиске того, что можно кушать и что полезно кушать. Вот получается на сегодня мой обед. Ну, такая небольшая мисочка вот этих макарон. Потом кофе себе сделала. Кстати, вот это кофе, оно, наверное, все-таки, ну, есть какие-то калории в нем, не маленькие, потому что оно так вот, оно такое, оно идет с добавками, да, то есть уже там молоко, видимо, какой-то подсластитель, потому что оно вкусненькое. И, ну, я пачку уже выкинула от них, а здесь штрих-кода на самой капсуле нет, поэтому, когда куплю новую упаковку, тогда своей программой по штрих-коду посмотрю вообще, сколько она, ну, калорий. Но я пока выбираю просто кофе с добавками в программе и его добавляю, чтобы побольше, да, чтобы мне не врать самой себе, что я как бы пью как будто бы какое-то диетическое кофе. И съем парочку таких вот пластинок манго. В Лидле покупала, очень вкусные и сладенькие. Вот так выглядят сами манго, эти сушеные. Мне кажется, там нет никакого, мне кажется, там нет никакой добавки на них, потому что просто сушеные манго. Вот они так в пакетике лежат. Никаких там червяков, никого я не увидела, потому что очень многие сейчас жалуются, что даже в шоколаде есть червяки всякие. Я никогда не находила, думаю, может быть, я с червяками ем. Мне никогда ни в чем не попадались червяки, поэтому я и стала задумываться, может быть, я не присматриваюсь. Потому что в той же клубнике, малине, да, летом ты вот кушаешь, что эти гусеницы есть. А пока вот во всяких продуктах таких я в магазинах не замечала. Поэтому странно. Я сейчас вот уже пообедала, кофе попила, макароны поела эти свои. Уже клиентка пришла опять пораньше. Я быстренько-быстренько ее приняла, сделала. И опять есть хочу. Прям сижу, у меня бурлит в животе. Я приду домой, наверное, буду жевать свой сельдерей с морковкой, потому что
чтобы не сорваться, потому что я что-то проголодалась прям. Кофе не допила до конца. Но вылью, потом уже новое себе сделаю, если будет минутка передохнуть. Сейчас уже через 10 минут следующая клиентка, через 10 минут, поэтому нужно быстренько все убраться и снова готовиться к работе. Я такая уставшая, что-то уже замученная. В общем, день закончился рабочий, я сейчас еду домой. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, будет приятно почитать. Всем пока! Все, сегодняшний день подходит к концу. Сегодня у меня расход совсем маленький, потому что я целый день сидела на работе. И сейчас ем сельдерей, морковку. И, не знаю, пока думаю, может, кофе еще попью. Вот. На сегодня вот так вот.